25 дворовых территорий и 8 общественных пространств будут благоустроены в этом году в Сормовском районе. Район отмечает свое столетие, и большой объем ремонтов приурочили к этой дате. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Кругом были рытвины, ухабы, бордюры не было. Сейчас значительно лучше стало. Трудно даже сравнить. Это как небо от земли отличается. У нас все так хорошо благоустроили. Положили новый асфальт, обновили площадки, скамеечки. В общем, все стало у нас очень красиво и хорошо. Здесь не было уже асфальта, можно так сказать. Да? Практически грунтовые дороги были. И по поручению главы города Юрия Лазаревича Шалабаева мы вот здесь отремонтировали дорожное полотно и входные группы. Территория, конечно, преобразилась, стала совершенно другой, более современной и безопасной для и проезда, и прохода. Работы были произведены колоссальные. Был демонтаж старого покрытия, демонтаж бордюрного камня, положен новый асфальт. Проезд немножко расширили для удобства жителей и плюс создали дополнительные парковочные места. Думаю, жителям понравится наше старание и работа. Здесь был обычный сквер, была просто брусчатка и лавки стояли. Сейчас будет пешеходный фонтан, две детских площадки, площадка для выгула собак. Приятно удивляет то, что скверики начали, ну, не то чтобы возрождать, а просто преобразовывать, делать их красивыми, культурными. Все, что касается формирования комфортной городской среды, самую большую территорию, которую мы делаем в этом году, бульвар Победы, это почти 22 тысячи квадратных метров. И очень мы рады, и я думаю, что жители будут рады, что нам удалось сделать работы по установке фонтана.